Всем привет, друзья! Ставьте лапку вверх, у нас сегодня 4-я серия «Лисицы Кицуны», а точнее «Легенды Ивы». И мы с вами приступаем без долгих предисловий. Приготовьте себе что-нибудь вкусненькое. Я вот только что ела маковый рулет, обожаю. Точнее, штрудель. Вот. Не знаю, кому это интересно, но вдруг вам интересно. Если вы тоже любите мак, ставьте лайк. Если любите маковые штрудели, то особенно большой жирный лайк поставьте. А теперь начинаем. У нас какая серия? 4-я. Да, 4-я серия. Погнали. Итак, серия номер 4. Мэй удивляет, и ее удивляют. Интересно, что же это? Глава 4. Погоня. Знает лишь время, сколько дорог мне пройти, чтобы достичь счастья. Мацуо Басё. Как мы покинем город? Кадзу глянул в ночное небо. Я напоминаю, что в прошлой серии они сбежали из тюрьмы. Я думаю. По звездам гадаешь? Смотришь, насколько темно? Хорошо, не молишься. Смотришь, насколько темно? Он кинул быстрый взгляд на нее, кивнул. Тучи, хорошо. Тебя сильно ищут? Девушка коротко ответила. Да. Уверена, что не паникуешь. Я могу попробовать сначала проводить тебя, потом выйти сам. Решив немного прояснить ситуацию, Мэй произнесла. Меня считают ведьмой. Считают? Я не ведьма. Тогда в чем дело? Кто-то... Девушка кашлянула, горло отозвалось болью, будто она проглотила колючку. Кто-то убил мою наставницу. Обвиняют меня. Печально. Красивая была женщина. На воротах проверяют всех, даже юношей. Трут тряпками лица, смотрят, нет ли грима. Тухло. Значит, порознь никак. Тш. Резко схватив за локоть, Кадзу резко потащил ее в сторону. Прежде чем они свернули на другую улицу, девушка заметила патруль городской стражи. Бывший пленник, теперь беглый преступник, оценивающий, посмотрел на Мэй. С сомнением дернул щекой. Ты какие игры любишь? Ничего не понимая, девушка перечислила. БДСМ или это о чем? Шибари? Слова и аятори. Все ги учили. В детстве совсем маленькой в куклы играла, а что? Догонялки, перескок. Это не игры для Майка. Танцевала много? Да. Обязательно говорить загадками, чувак? Это сейчас важно? Да, пытаюсь понять, насколько выносливая. Мэй предпочла не обманывать себя и быть честной со спутником. Я буду бежать, пока не упаду, не сомневайся. Как долго, не знаю. Мы получили холод почему-то, ну ладно. Кадзу вел ее переулками, о существовании которых Мэй даже не подозревала. Свернув к совершенно неприметному дому, остановились. Сунул руку куда-то под скат низкой крыши, подняв облако пыли, достал кожаный мешок. Интересно, те, кто живет здесь, знали о его существовании? Наверняка не подозревали. И много у тебя тайников заготовлено. А ты всегда так много вопросов задаешь или только когда нервничаешь? Наверное, второе. Кадзу спрятал за пазуху нож, огниво и еще какие-то мелочи, протянул девушке сверток. Переоденься, в этом будет удобней. Кинул мешок ей под ноги. На него встань. А? Земля холодная. Какой он заботливый! Отвернись! Лукавая усмешка коснулась губ Кадзу, в глазах застыла тень издевки. Однако он выполнил просьбу. Так, мужское кимоно серое, черное или простое? Слушайте, не, ну простое, слишком простое, давайте черное, мы как ниндзя в черном. Невидимые в ночи, все. Лучше, чем ожидал. А ты? А у меня тут не гардероб, это все, что есть. Блин, а он сам остался в лохмотьях. Они опять принялись петлять по городу. Но проулки постепенно становились шире, дома богаче. Идем в верхний квартал. Там ведь живет знать, каждый дом охраняется. Надеюсь, он знает, что делает. Ну, конечно, знает, судя по всему. К удивлению девушки, в самой дорогой части города стражи оказалось мало. Побег из тюрьмы. Патрули перевели на бедняцкие районы, тут нас не ждут. Говоря, он морщился, будто этот факт ему не нравился. Девушка приподняла брови. Гладко слишком, не к добру.
Не представляя, что затеял Кадзума, и молча шла следом. Вдруг он остановился. «Вон дом». Она проследила направление его взгляда. «Мне нравится, как разговаривает Кадзу, четко и по делу». Большое здание по-южному с изогнутой крышей, в общем. «Надо попасть во двор, затем в конюшню. Очень тихо и незаметно. Там серьезная охрана. Еще там есть подземный ход, который выведет нас за пределы города». «А откуда он там?» «Хозяин дома прокопал много лет назад. Ввозит в город товары, не платя пошлин». «Контрабанда?» «Даймё назвал бы это так, если бы узнал». «А ты откуда знаешь?» В ответ Кадзу лишь улыбнулся. «Ладно, ты сам им пользовался?» «Нет, идем». Когда Мэй двинулась следом, он покосился на нее, подбадривающе подмигнул. «Хотела спросить, не контрабандист ли я?» «Нет». Один добрый знакомый торгует с тем, кто ходит там регулярно. Они пересекли улицу, остановились у забора. «Я залезу и подам тебе руку». Он ловко подпрыгнул, зацепившись за край, подтянулся. Мэй заметила, что пятно от раны на его боку начало разрастаться. Кадзу будто не обращал на это внимания. «Но он же так может потерять сознание в самый ответственный момент». Через несколько мгновений, укрывшись в тени, они были во дворе. Помощник Мэй приложил палец к губам, давая понять, необходимо сохранять молчание. Бесшумно направился к хозяйственным постройкам. Девушка поспешила за ним. Совершенно не кстати, к простуженному горлу подступил кашель. «Нет, нет!» Она задержала дыхание, затем медленно глубоко вдохнула. «Прошло». У самой конюшни Кадзу резко поднял руку. «Шагнуть, замереть». Мэй остановилась. Он тут же схватил ее за руку, дернул вниз, вынуждая присесть. Вовремя. Рядом возник охранник. «Я уж не понимаю, что он от нас хочет?» «Ладно». Не заметив незваных гостей, он прошел мимо. Пронесло. Выждав немного, Кадзу приоткрыл двери конюшни. Вдвоем с девушкой они скользнули внутрь. «Вход должен быть где-то здесь». Он стал осматривать пол у дальней стены. Похрапывали лошади в стойлах. Шелестел не облетевший листвой холодный злой ветер. «Как странно, он похож на голос Кадзу». Через время снаружи послышались шаги возвращающегося охранника. Девушка отступила глубже в тень. «А чего они дверь-то не закрыли?» Я не поняла, зачем им с открытой дверью сидеть. Вдруг снова запершило в горле. Блин! Охранник услышал наверняка. «Кто здесь?» «Ну все, попались». «Ага, и тут дверь закрыли они, да, или что?» В следующий миг двери конюшни распахнулись, и воин закричал. «Тревога!» Темнота позволила ему рассмотреть два силуэта. Попятившись, охранник натянул арбалет. «Сюда!» Он прицелился прямо в лицо Мэй. В тот же миг в ближайшем стойле задымила серая сена на полу. Конь вскинулся, ударив грудью в загородку. У девушки почему-то подкосились ноги, мир противно закружился, она стала падать, и это спасло ей жизнь. Над головой свистнуло в бревно, поддерживающее крышу, воткнулась короткая стрела. Видя, как к ним бегут другие охранники, Мэй поползла к стене. Стрелявший в нее решился, выхватил меч и бросился вперед. Сено не разгоралось, но едкий запах дыма напугал остальных лошадей. Кругом поднялась пыль, топот от копыт. Заглушая ржание, затрещали доски в стойлах. Животные вырвались, закрыв девушку от охранника. «Сюда! Их всего двое!» Над Мэй появился Кадзу, схватил ее и потащил. «Вниз, быстрее!» «Ух, какая прям насыщенная сцена!» Она увидела откинутую крышку люка над темным провалом в полу. Густой мрак с трудом рассеял тусклый свет. Кадзу дал Мэй свечу, поторопил. «Не стой!» Прикрывая ладонью трепещущий огонек, девушка побежала по тоннелю. «Возьмут факелы и пустятся в погоню». Ноги едва держали, оступившись, Мэй прислонилась плечом к стене. «В чем дело?» «Я не знаю, все плывет». «Ах...» Кадзу закинул ее руку себе на плечо, крепко приобнял, помогая опереться на него. «Прости». Он прошипел. «Тихо, двигаем». «Блин, у него вообще как бы рана на боку, он не жалуется, а Мэй такая, ой, все, у меня голова кружится, что-то как-то душно стало». Она замолчала. Туннель казался бесконечным. «Сколько мы уже прошли, еще под городом или уже за стеной?» Внезапно накатившая слабость понемногу отпускала, Мэй старалась не отвлекаться и внимательно смотреть вниз, чтобы не споткнуться. Через время за спиной послышался неясный шум. «Их догоняли!»
Осталось немного, напрягись. О. Он остановился под очередной подпоркой, державшей земляной свод. Иди скорее, я попробую обвалить проход. Стены позади озарились светом факелов. Вижу их! Пошатываясь, Мэй зашагала вперед. Кадзу пнул деревянную колонну, с потолка посыпался песок. Еще один раз, и еще. Сухо затрещало. Он ударил снова. Опять свистнуло. Блин, стрелы! О, черт, кажется, да, в Кадзу попала стрела. Он схватился за ребра, из-под пальцев чуть выше прежней раны торчало оперение арбалетной стрелы. Мешок, взятый из тайника, упал на землю. «Беги! Ну!» А подхватить мешок и убегать. Я не знаю, что в мешке, но пусть будет с нами. Нагнувшись, Мэй подняла сумку, собрала все оставшиеся силы и побежала. «Да что со мной?» Раздался треск. Кто-то уже закричал. Крик утонул в грохоте. Тоннель тряхнула, девушка выронила свечу. Пол вдруг оказался ближе. Она превратилась в лесу. Нет! В спину толкнула волна воздуха и пыли, свеча погасла. Но впереди показался слабый свет. Выход! Мэй рванула к нему, пробежала еще немного и упала, теряя сознание, блин. И конец истории. Нет, не конец. Что-то давило на ребра, мешая свободно дышать. Открыв глаза, Мэй поняла, ее перекинули через плечо. В первое мгновение показалось, что несет кто-то огромный. «О нет, это я маленькая. Опять лиса». Лапы безвольно болтались в такт хромающим ногам. Бывшая Майко слабо пошевелилась. Остановившись, человек опустил ее на траву. Это был Кадзу. Выглядел он плохо. Бледный, пыльный, одежда темная от крови. «Очнулась». Она хотела сказать «да», но вместо этого издала нечленораздельный скулёж. «Идти сможешь?» «Надо». «Сомневаюсь, что владелец подземного хода сообщит о нас страже, хоть и испортили мы ему дело. Много денег потеряет». «Да чё потеряет? Он расчистит проход, и все окей будет». «А вот бойцы его, чтобы загладить вину перед хозяином и репутацию сохранить, в погоню пустятся». «Рассвело, они на лошадях ворота уже прошли и обогнули город». «Мы недалеко. Если напали на след, то времени мало». «У-у-у, тявк, тявк!» «Не благодари, пушистая, рано. Мы еще можем умереть. Бесславно, больно и неинтересно. Кстати, молодец, спасла мою сумку». Мэй подняла... Выбор, сделанный ранее, повлиял на отношения с Кадзу. Мэй поднялась на лапы. «Идем, не ведьма». Проигнорировав ее эмоции, он качнул головой. «Нам надо на юго-запад». «А?» «Что?» «У-у-у!» «Что там? Большая развилка трактов. Постоялые дворы, где никому ни до кого нет дела. Пара должников. Безопасное место, до которого я обещал тебя проводить. Ты там затеряешься и уедешь, куда пожелаешь». «Его вообще не пугает, что я превратилась в лесу?» «Будто знаком с такими». «Тебе хвост не мешает? Не раздражает?» Не обращавшая до этого внимания на непривычную часть тела, Мэй теперь сосредоточилась на ней. Периодически начала оглядываться, нервно контролируя. Спутник, ехидно наблюдая за ней, выглядел удовлетворенным. Блин, он хитрый такой. Какое-то время шли довольно быстро. Кадзу стало легче, больше не приходилось нести лисицу, да и Мэй чувствовала себя заметно лучше, чем в подземном тоннеле. Но вскоре бывший пленник стал останавливаться. Передышки требовались чаще. «Как еще на ногах держится?» Вдруг он замер. «Слышала?» Лисица отрицательно помотала головой. «За нами идут с собаками». «О, нет». «А почему у него слух лучше, чем у лисицы?» Вопрос. «Лучше, чем у животного». «Кисло». Настороженные уши уловили пока еще далекий лай. «Найди грибы. Древесные. Срочно». «Натрешь ими лапы, запах поможет сбить собак со следа. Убирайся подальше». Ухватив его за штанину зубами, Мэй дернула. «Я уже не бегун». «Ну неси, только быстро». «Выпутываться нужно вдвоем. Не могу я его вот так бросить». «Как он ее понимает, вопрос?» Рассматривая деревья, она кинулась искать грибы. До увиденных первыми не дотянулась. На втором стволе они на... Короче, увидела грибы. Сбив коричневые наросты, лисица принялась их топтать. Затем схватила сколько смогла, во рту сразу стало мерзко, отнесла Кадзу. «Грибы». Он растер грибы по подошвам. «Ходу».
Мэй уже почти поверила, что им удастся скрыться, когда Кадзу упал. Подскочила, тронула лапой руку, зажмурилась, ткнулась носом в лицо. Он не реагировал, глаза были закрыты. «Нет, что-то нужно делать, срочно!» Она бросилась обратно, прямо навстречу погоне. «Отвлеку на себя, уведу в сторону!» Снова раздался лай, совсем близко. Из кустов вынырнул косматый пес. «Фу, собака страшная!» «Раф, раф!» Лисица метнулась в бок, тот за ней. Он больше не лаял, другие собаки уже услышали его зов. Бежал молча, неумолимо. Преследователя подстегивал азарт, жертву – страх. Она не оборачивалась. «Глупая, глупая затея! Их много, я и с одним не справлюсь!» Вожак своры настигал. Впереди поваленное бурей дерево. Перепрыгнуть, обогнуть, поднырнуть под ствол. Распластавшись над землей, лисица втиснулась в щель под старым сухим стволом. Пес прыгнул следом, клыки клацнули у самого ее хвоста. Раздался глухой удар и протяжное злое. Врезавшись в дерево, собака сразу отстала. Мэй исчезла в зарослях. А что, собаки не могут перепрыгивать или пролазить? Это же лисица та же собака, по факту. Получилось. Когда погоня ушла в сторону, лисица по широкой дуге вернулась к Кадзу. Она присмотрелась к спутнику. Дышит. Выживет. Или я опять буду одна. Села рядом. Мягкий хвост, обернувшись, укрыл начавшие подмерзать лапы. «Тебе, наверное, холодно». Мэй сделала, что смогла, вспомнив старый сарай, опилки засыпала Кадзу листвой. Поборов смущение, вытянулась вдоль неподвижного тела, стараясь поделиться своим теплом. «Борись со смертью!» Прикрыв глаза, лисица задремала. Девушка вздрогнула. «Они же на сырой земле остались. Ну, даже если присыпанные листвой, все равно там достаточно влажно. Я просто помню, у нас была осенняя фотосессия. Я там чуть-чуть на земле полежала, и то как бы не на самой земле, а прикрыв ее тканью какой-то. И как бы было достаточно холодно. Сразу подумала, как бы почки не застудить. А они тут всю ночь провели, да?» Она вновь не уловила момент, когда стала человеком. «Почему это происходит? От чего зависит? Чтобы вернуться в свое тело, я должна обязательно заснуть?» Ее била зноб, болело горло. Окончательно заболело. «Кадзу?» Он лежал рядом. И, о чудо, был жив! Сильное сердце ровно стучало. Мэй осторожно убрала волосы с бледного лица. От легкого прикосновения веки спутника дрогнули. «Колдуешь?» Девушка обрадовалась тому, что он очнулся. «Нет, я не...» «Помню. Мы еще на свободе. Почему не бросила?» Мэй не знала, какой из ответов, приходящих на ум, был бы правдой, поэтому промолчала. Кадзу допытываться не стал, только внимательно, серьезно посмотрел в глаза. «Не надо слов, они будут лишними. Я вижу, что ты благодарен. Давай лучше рану осмотрю, только я в этом не разбираюсь». Осторожно задрав дырявую, испачканную в крови одежду, Кадзу скривился. Бок был перевязан кое-как, к тому же не очень чистой тканью. «Это на скорую руку, когда из подземного хода выбрались». «Выбрался ты и вынес меня, не испугался заклятия. Разве я могла после этого сбежать одна? Тут прежняя рана разошлась и что-то торчит». «Стрела, я обломил ее». Мэй всплеснула руками. «Как же ты шел?» «Плохо и недолго. Не противно?» «Какая разница, тарантам?» «Нет». «Я сочувствую. Как тебе в голову такое пришло? Что нужно делать?» «Мэй». За все время он впервые назвал меня по имени. В нем что-то незримо переменилось. Тут же раздался недовольный голос. «Ты слушаешь?» «Или нет?» «Да, слушаю». «Нужно вытащить стрелу. Возьмешь мой мешок. Там игла, нитки и бинты. Зашьешь раны. Ничего сложного». «Ты всерьез?» «Да, я могу потерять сознание, но это ерунда. Сможешь?» «Благодаря выбору, сделанному ранее, у Кадзу не останется заметного шрама. И это хорошо, наверное. Хотя шрамы, как говорят, украшают мужчин». «Или нет?» Она решительно кивнула. «Отлично». После того, как Мэй проделала все необходимое, ее спутник пришел в себя довольно быстро. Он аккуратно встал. «Не представляла, что кому-то под силу такой контроль над своим телом.
Сможешь идти, уверен? Молча кивнув, Кадзу неуклюже двинулся вперед. На лбу выступили капельки пота. Почему говоришь, что не ведьма? Послушай, я не знаю, почему это произошло. Я не Кицуна, обычная девушка из деревни. Почти всю жизнь провела в Окия. Но ведь это не первый раз. Она поджала губы. Второй. Оно само, как и обратно. Ладно, а что было в конюшне? О чем ты? Дым, напугавший лошадей. Откуда взялся? Не знаю, разве не ты что-то поджег? Он усмехнулся, тут же охнув и схватившись за бок. Нет. Ай. Солома начала тлеть сама по себе. Можешь отрицать, но это точно колдовство. Больше там никого не было, а из нас двоих только ты превращаешься в лесу. Вывод? Я не вру. Я этого и не сказал. Помолчав, она спросила. А тебя магия вообще не пугает? А должна? Другие боятся. Мне довелось разное видеть. Уж прости, не хочу тебя разочаровывать. Ты красивая, смелая, пусть даже загадочная, но не страшная. Где ты видел магию? Ну, есть один колдун знакомый. Подумав, Мэй решилась. Ты обещал проводить меня в безопасное место. Только пока не разберусь, что со мной, я не найду такого места. Отведи меня к нему. Что? К этому колдуну. Не факт, что он примет тебя приветливо. Все равно. Кадзу ответил не сразу. Тогда нужно сворачивать к реке. Давай свернем, а как будто у нас есть куда идти. Ему опять стало хуже, и вечером они вышли к берегу. От ветра и лишних глаз они укрылись среди деревьев. Пока девушка собирала хворост и разводила костер, Кадзу впал в беспамятство. Мелко дрожа от холода, он что-то бормотал, тихо, одними губами. У самой Мэй начался жар. Блин, они же простыли. После недолгих колебаний она обняла спутника. Тот дернул головой, прошептав чуть громче. «Нет, хватит!» «Только не вздумай мне тут умереть!» «Не надо!» «Убью, убью!» «Что это, простой кошмар или видение из прошлого?» Постепенно он перестал дрожать, успокоился. Девушка по кругу вспоминала все, что случилось за последние сутки. Усталость постепенно вытеснила страх. Мэй начала засыпать, когда вдруг подумала. «Бывшая Майка, теперь гейша. Я ни разу в жизни не была такой грязной. Что сказала бы госпожа Сумика?» Встав, она подкинула веток в огонь и отошла в сторону к воде. «Самое время искупаться». А нет, она намочила несколько тряпиц и тщательно обтерлась. Затем вернулась к костру. Вытереть Кадзу, конечно. Ну а что, он будет один лежать вонять там? Ну конечно, нет. Стараясь не потревожить его раненый бок, Мэй спустила с плеч Кадзу кимоно. Осторожно провела влажной тканью по ключице, по руке. Пальцами ощутила рельеф его натянутых мышц. Девушка смыла пыль и грязь с шеи Кадзу, вновь сходив к реке, прополоскала тряпицы. Занялась его грудью. Когда вытирала тело рядом с бинтами, он приоткрыл глаза. «Даже если ты очень постараешься, боюсь, у нас сейчас ничего не выйдет». «Что, простите? Он еще не теряет чувство юмора?» «Кто-то рискует получить мокрой тряпкой». Кадзу слабо улыбнулся. «Ты перед смертью ерничать будешь». «Я закончу?» «Спасибо». «Спиной повернись». Позже девушка помогла ему одеться и обняла, чтобы было теплее обоим. «Просто необходимость». Кадзу не отстранился, но сам трогать ее не стал. Утром он выглядел не лучше, однако на ногах держался уверенней. «Куда дальше?» «Не передумала?» «Нет». «В горы». «В смысле?» «Ко мне домой, в деревню клана Синоби». «Ниндзя?» «Да». «Вау, ребята, ребята, вы видели? Мы теперь едем в деревню к ниндзя». «Отлично». Ну что ж, мы вам напоминаем, если понравилось, лапку наверх и напишите комментарий для меня и для Космоката Носферату, это будет очень приятно. И также принимайте участие в голосовании, какой следующий выпуск, какого точнее, какого вообще, какой игровой новеллы выкладывать в следующем. Это можно сделать во вкладке «Сообщество». Ну, у вас появляется это в новостях.
Вот, такие дела. Просто нажимайте на кнопочку, какую историю следующую выкладывать, и она выходит. Всех целую, люблю, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.